Йоу, всем привет, привет, привет. Угадайте, где мы? А мы в Эйлате. Выбрались наконец в Эйлат всей семьей. Позже я вам расскажу, где мы остановились, покажу вам все подробно, цены. И сейчас просто сразу же, как выгрузили вещи, мы поехали. Мы сейчас едем в подводную обсерваторию-аквариум. Вот море. Вот пустыня. Нет, там просто какие-то непонятные сооружения, но что-то там строят. Море здесь гораздо более синее, чем средиземное. Вот оно цвет ультрамарина. В Тель-Авиве оно какое-то более разбавленное, что ли. По дороге мы остановились в кибуце Йотвата. Там прикольно, у кого есть дети, то останавливайтесь. Там бесплатно вам дают попить их фирменное шоко. Шоко — это как бы какао, такое холодное какао. И, ну, в принципе, все. Там можно перекусить, если вы сильно голодные. Мы поели там мороженое. Есть финиковое мороженое. Только там, я больше нигде не пробовала. Финиковое мороженое. Эта обсерватория работает до 4, но я уже заранее купила билеты через интернет. По интернету они дешевле, и если вы придете на входе, сфотографируетесь, то вы можете прийти на следующий день еще раз с теми же билетами бесплатно. Вот тут везде такие пальмочки. С одной стороны везде вот эти горы. Если будут как Санчо-Панчо за тобой бегать. С другой стороны море. Вот это вход в обсерваторию. Вот здесь все фотографируются. Нина, встань, посмотри на Май. Май, ты почему пальчики сосешь? Вот вам, пожалуйста, юные аквалангистки. Еще нет 3 месяцев, но ей уже дико интересно. We'll be right back.
правильно называется, аквариума. Наверное, так. Там вообще здорово. Мне безумно нравится, и я очень довольна, что мы поехали именно в Эйлата, скажем, не куда-то в Европу, потому что здесь отдых для всей семьи, несмотря на то, что мы находимся в своей же стране и, считай, никуда не выезжали, мы все равно чувство, как будто мы в другой стране. Мы пошли плавать. Это рифовый пляж. Здесь на самом деле он протяженностью, наверное, 4 километра, может быть, даже 5. А ближе к центру города там пляж без рифов, без кораллов. Я вам поснимаю, вам покажу отрывки. Я, конечно, сама нырять не могу, потому что я в очках, и я не ныряющий человек. Но достаточно все хорошо видно, даже вот с этого мостика, просто когда смотришь сверху, потому что настолько чистая вода и прозрачная, что видно до самого дна все, что происходит, и рыбы достаточно большие, достаточно такие, как в телевизоре, разноцветные, и прямо здесь их можно видеть. И дети, конечно, вообще, они все при счастье, их невозможно вытащить с моря. Ну вот по очереди, то муж ходит со старшей, то я хожу с младшей. Рассчитывали, что 3 дня нам будет достаточно, но мне кажется, вполне можно сюда приезжать на целую неделю, потому что дети просто в восторге от происходящего. И что я должна сказать? Интересно, что кораллы далеко не везде живут. Кораллы — это вообще такое животное. Выглядит это, конечно, как водоросли, какие-то наслоения непонятной формы на камне, но на самом деле это живые существа, и дотрагиваться до них нельзя, иначе они погибают. Кстати, температура воздуха здесь в среднем гораздо выше, чем по стране. Вот, например, сегодня 41 градус. Но из-за того, что здесь очень сухой климат, кстати, все время хочется пить. Хочется пить воду гораздо больше, чем у нас дома. Влажность воздуха здесь 30-40%, тогда как в Тель-Авиве она достигает 60-80%. И за счет этого жара здесь переносится гораздо легче, то есть вот 40 градусов и выше температура примерно ощущается так же, как в Тель-Авиве 30. И еще что особенного именно в Красном море, то что здесь содержание солей очень высокое, достигает 4%. И знаете, когда вот я плыву, причем я не одна, я держу еще с собой ребенка, и при этом мне так легко плавается, я совершенно не устаю. Ощущение чуть ли не как будто я на мертвом море, потому что вода сама меня выталкивает на поверхность, и я совершенно не прилагаю усилий для того, чтобы плыть. Где-то посеяла свой селфи-стик, теперь приходится так. На ужин мы приготовили из того, что я привезла, макароны, бантики. Девочки поели, и вот пытаемся их уложить спать, потому что им приходится сейчас спать на одной кровати. Естественно, они друг другу мешают. Муж сейчас ездил, привез тейк-эвэй с тайландского ресторанчика. Все очень вкусно пахнет. Да, называется как? Бапина о Таиланде. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот, я заказала суп с грибочками. Что там было внутри? Я забыла уже все. Кокосовое молоко. Муж взял себе мясо с рисом. А я взяла себе тоже. Я думала, что это немножко иначе. Паттайя. Я не хотела в конце делать. А вот это? А это десерт, это жареный ананас. Второй наш день в Эйлате. Вчера все было немножко, не то чтобы сумбурно, но у меня в голове был такой тихий ужас,
после почти бессонной ночи и потом тряска четырехчасовая в машине немножко вывели меня из состояния равновесия. Поэтому, может быть, я вам не все рассказала, что хотела. Вчера мы были, да, в океанариуме. На иврите это Мицпет от Ями. Океанариум с подводным миром. Там вот такая белая башенка. Вы можете спуститься, зайти в нее, спуститься вниз, посмотреть всех рыб и все кораллы, которые в реальном времени существуют в море. То есть они не где-то в аквариуме, а вы реально смотрите на настоящий подводный мир. И вы можете также в этой башенке подняться наверх и посмотреть вид на, ну, да, на всю зону, эйлатскую зону с отелями, и часть Эйлата увидеть, и с потрясающим видом на это потрясающее море. Номи, ты мне мешаешь. Море здесь просто невероятное, цвет просто невообразимый, в 100 раз круче, чем Средиземное море. Здесь никогда практически не бывает волн. Здесь вы можете плавать, как будто вы находитесь в бассейне. Все кораллы, всех рыбок видно прямо даже с берега, и это просто потрясающе. Это ни с чем не сравнимо. Обязательно приезжайте сюда, в Эйлат, и не забывайте ставить мне лайк.